краски лета окунулись воспитанники Раменской школы-интерната. В понедельник, 3 июня, здесь прошло открытие летнего лагеря. Для детей по этому случаю приготовили яркую развлекательную программу с интерактивными играми. Организовывают праздники наши сотрудники. Сегодня вот организацию праздника на себя взяла учитель-логопед высшей квалификационной категории и психолог Семенова Елена Николаевна. Она пригласила шоу «Мыльных пузырей», а танцевальные аниматоры, они у нас постоянные в нашем. Это наша родительница, у нее учится здесь девочка. И они всегда на праздники приходят, проводят анимационную программу с нашими детьми. В лагере они будут работать, приходить, танцы индийские преподавать. Все это бесплатно делается для наших ребят. Эти ребята проведут каникулы с пользой. Для них разработана познавательная программа с учетом интересов детей. Для них организуется утренняя гимнастика под музыку на улице, по распорядку, посещение нашего городского парка, детской железной дороги в Кратово, библиотеки, кинотеатра юбилейного. Дети заняты, находятся в безопасных условиях. Заместитель по безопасности Заикин Вячеслав Анатольевич у нас отслеживает эту деятельность, и пропускная система. И они здесь, как бы территория огорожена. Вот недавно нам установили детскую площадку по наказам избирателей. Дети с удовольствием здесь проводят досуг. В школьный лагерь принимаются все желающие. В этом году их 40. Для детей смена продлится 21 день. И за этот небольшой период они смогут получить заряд положительных эмоций, о которых будут вспоминать в холодные осенние дни, когда вновь придется сесть за школьные парты. Здесь совсем другой распорядок. Здесь нет уроков, нет домашнего задания. Единственное, что режим. Но никуда не деться от режима. Поэтому нравится. Их привозят здесь, они у нас ночуют, мы с круглосуточным пребыванием, они не уезжают домой. Они здесь спят, поэтому утром предусмотрена зарядка, хотя и подъем у них немножко попозже, не как в учебное время, половина восьмого, а позже. И, соответственно, прием пищи немножечко передвигается на более летний распорядок. Завтрак в 9, обед уже в 2, ужин в 7. Есть еще полник и сонник, у нас шестиразовое питание. В завершении праздника, по случаю открытия школьного лагеря «Краски лета», детям сделали аквагрим и подарили сладкие подарки от спонсоров. Марина Миткевич и Сергей Григорьев для программы «Городские вести».